Молоко в Славутич останнім часом постачається на регулярній основі з найближчих сіл та ферм. З одним із керівників цього м'ясомолочного постачання Славутичу, депутатом міської ради Володимиром Борисовим, ми зустрілись недалеко від церкви Матері Божої Неустанної Помочі. Благодарность тебе от жителей города и от медсанчасти за молоко, которое вы привозите. И мы видели, с каким трудом, я вот с ребятами разговаривал, что грады проезжают по дороге, которая видна из того места, где вы возите молоко. Что ты можешь сказать об этом поводу? И что вообще сказать случае? Ну, я думаю, что справедливо будет отметить, что не мне спасибо, а всей той команде, которая там более 30, где-то, я думаю, где-то порядка 40 человек, которые объединились в одну команду, которая сегодня помогает доставлять продукты. Мы сегодня уже наладили нормальную логистику, завозим, мы завезли более 30 тонн картошки и где-то 32 тонны молока. Вот. Плюс мы завозим еще мясо, то, которое идет исключительно, ну, сами понимаете, на медсанчасть, вот, малоимущим, в детский дом. То есть очень хочется отметить отношение некоторых славучан, отношение многих людей, которые сегодня, знаете, вот как наш батюшка сказал, у кого что было, то наружу и полезло. Вот мне очень радостно, что из большинства славучан вот полезло, извините за это слово, добро. Понимаете, много славучан откликаются, те, которые живут в деревнях, передают сюда гуманитарную помощь. Мы туда возим лекарства. Вот. Люди совершенно бесплатно. Вот один из предпринимателей дал двух барашков маленьких, одного на медсанчасть, другой на детский дом. Сегодня мы привезли 400 килограмм мяса, нам опять же абсолютно бесплатно дали на ферме корову сегодня и двух телят для того, чтобы мы раздали нуждающимся, отдали то опять же в детский дом, медсанчасть. Вот, и с частью мы сделаем тушенку, раздадим малоимущим, тем, которые больше, более в этом нуждаются. Поэтому вот хотелось бы отметить вот именно положительную сторону наших славучан. В принципе, мы сегодня вышли на такой уровень, что мы можем обеспечить славу. Ну, понятно, жаровать никто не будет в наше время, но я так думаю, что мы выйдем на тот уровень, вышли уже сейчас на тот уровень, когда с голоду точно никто не умрет. Вот. Но, к сожалению, хотелось бы больше. Потому что сейчас, если придут беженцы, много беженцев из Чернигова, да, мы их тоже, кстати говоря, обеспечиваем абсолютно бесплатно по договоренности с фермой. Там две фермы есть. Отношения учредителей, это вообще это тема отдельного разговора. То есть человеческие чувства, которые нормальные отношения, когда отдают нам молоко, фактически на одной ферме сейчас вот буквально с завтрашнего дня будут отдавать бесплатно, вот, а на этой ферме, где мы берем, то есть мы договорились так, мы берем определенный объем, то есть сколько мы денег привозим, вот, столько и столько и мы сдаем. При этом мы еще можем практически всей командой обеспечить малоимущих, пенсионеров, мы те, которые нуждаются особо, это тероборону, потом те, кто эвакуировались к нам, потом семьи тех, кто сегодня в заложниках на Чернобыльской АЭС, то есть всех мы обеспечиваем бесплатно. К сожалению, получается... Надо отметить, что еще на бензин нужно где-то позычать, потому что я видел, как сейчас наливали бензин, то есть бензина катастрофически не хватает, на него какие-то деньги все равно нужны. Все деньги, все сдаются туда. Бензин – это наш. То, что мы вот на старых запасах ездим, особенно хотелось бы отметить двух вот наших славучан, которые, я считаю, ну, опять же, проявили себя. Это Тарасевич и Василец, который абсолютно, Тарасевич дал транспорт свой, дал водителей, дал соляру, вот, абсолютно бесплатно на большой транспорт. Малый транспорт едет мы на своих запасах, а вот этот тот большой, тот, который привозит картошку, и большой тот, который привозит 2 тонны молока сразу, это те, которые заправляют Тарасевич и Василец. Василец слил со своих фур, те, которые у него есть, соляру, и отдал абсолютно бесплатно. Поэтому мы вот эти дни были обеспечены топливом, но, к сожалению, сейчас подходит такой рубеж, когда топливо уже заканчивается, нам придется обратиться к славучанам, чтобы славучане ну, как-то скинулись хотя бы по литре, по два, там, ну, потому что нам куда, просто... Куда обращаться? Мы дадим объявление в социальных сетях для того, чтобы люди могли принести. И это. Плюс мы еще договорились с фермой, им также необходимо топливо, потому что если не будет топлива, они просто встанут. Поэтому сейчас, знаете, такой симбиоз, правильное взаимодействие
взаимоотношения между людьми. Это не натуральное хозяйство, это именно проявление нормальных человеческих качеств. К сожалению, сейчас вот пошли такие слухи, что там будет повышение цен на молоко. Я не буду озвучивать фамилии. Там некоторые вообще пытаются сейчас, ну давайте будем говорить прямо, перехватить вот эту вот часть для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Мы об этих людях поговорим потом. Сейчас мы будем говорить только о хорошем, о добром. И особое, вот, что хотелось бы сказать и отметить славучанам, ну, не очень такую приятную вещь, конечно, мне неприятно об этом говорить, но есть такие люди, которые невнимательно относятся к другим, понимаете, они могут прийти несколько раз, несколько дней подряд взять там по мешку картошки, взять молока и не использовать его. Хотелось бы к этим людям обратиться, и давайте, то есть мы будем как-то более внимательны друг к другу и понимать, что если ты что-то взял сегодня лишнее, то сегодня просто это кому-то не досталось, потому что мы в день привозим от 3,5 до 5,5 тонн молока. То есть если мы на 25-тысячный город это поделим, ну хотя бы там 20 тысяч, да, на это, то на самом деле это не так много получается. Еще плюс с учетом того, что все, я еще раз подчеркиваю, все малоимущие, там, бабушкам в очереди, там, пытаемся это отдельно, не берем. Хотя люди сами дают деньги, они говорят, берите, мы понимаем все это. То есть у кого деньги есть, тот дает. У кого нет, мы не требуем. И по согласованию с руководством фирмы, опять же, им большое спасибо, они согласились на то, что вот мы сколько привозим денег, сколько собираем денег, столько им отдаем. И пока, я надеюсь, мы эту цену повышать не будем, потому что я понимаю, что банки не работают, налички нету. Да и с терминалом не так все просто. И мы понимаем, что людям становится все труднее и труднее жить. И мы должны в этот момент именно как-то более объединиться и быть внимательным друг к другу. Согласен. Спасибо тебе от всех славучан, особенно тем, кто нуждается в молоке. Это, я так понимаю, дети, маленькие дети, мамы. И всей твоей команде. Я видел сегодня, как работает твоя команда, достаточно слаженная. И в конце, сегодня 8 марта, да, давай в конце сделаем еще приятное для всех славучан. Поздравь их с 8 марта. Милые женщины, я поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам вот на злобу дня, чтобы ваше небо всегда было мирное, чтобы ваши мужчины всегда были живы и здоровы рядом с вас, заботились о вас, чтобы они были всегда здоровы, как и вы. И главное, здоровье вашим детям. Потому что я знаю, что для любой матери здоровье ее ребенка – это пик всех еще мечтаний и пик вообще всех ее желаний в жизни. Поэтому с праздником вас, здоровья, любви вам, красоты, заботы о вас и мирного неба над головой. Всего вам самого лучшего. А тебе и твоей команде спасибо большое. Спасибо. Да, пошел.